Автоматическая кормушка для кормления рыб в аквариуме сухим кормом. Фирма Нариба. Емкость 50 миллилитров. Вот такая вот кормушка. Работает от батареек. Батарейки в комплект не входят. Крепление на аквариум либо устанавливается вот так, либо вот такое крепление за край стекла, если аквариум открытый. Кнопки включения-выключения, кормление трехрежимное, либо 8 часов, 12, либо 24 часа. Такой квадратный барабан высыпает вот здесь. А здесь регулировка, соответственно, подачи. Вот здесь задается количество корма, которое будет у вас просыпаться в аквариум. В принципе, не... вот здесь еще есть подключение компрессора для того, чтобы корм не слеживался. То есть компрессором будет его продувать. Вот через эту штуку. Недорогая, неплохая вещь.